профессия адвоката, или та профессия, которую мы называем адвокат в нашей Украине, по своей сути, которая является профессией решала, несуна, передатчика денег, несуна коррупции, ну и так далее, там можно ее называть очень долго и нудно, она будет совершенно не нужна. Профессия адвоката, или та профессия, которую мы называем адвокат в нашей Украине, по своей сути, которая является профессией решала, несуна, передатчика денег, несуна коррупции, ну и так далее, там можно ее называть очень долго и нудно, она будет совершенно не нужна.